Привет, друзья, видеоканал Русская Америка. Вот я запыхавшийся, и мы подняли все вещи сюда. Значит, вот квартира, показываю. Наша пятая квартира в Нью-Йорке. Долгожданная. Ну вот, все мы сюда занесли. Посмотрите, как она выглядит. Здесь большой шкаф для вещей. Вот сюда мы повесим телевизор, он у меня дома. В подвале еще. Из той партии, когда я закупал на Черную пятницу. И вот вторая комната. Холодильник, все очень чистенько, новенько. Я не знаю, вот тут столик был, да, ты говоришь? Его кто-то прикручивал, кто-то предыдущий хозяин. Ну, прокрутить можно бы так же. Так а что, два столика, что ли? Ну, туда надо будет замазывать, вот, закрашивать. Не, ну мы же стол купили. Ну, только вот сворачивай все. Типа надо, здесь лишнее, то разделишь на доски. Mm. Если что-то разделать, там, приготовить можно. Ну, понятно. Так. Туалет еще больше будет, мне кажется. Да, вот туалет. Это не квартира недалеко от Центрального парка. Я покажу сейчас немножко, выйду окрестности вам. Ну вот, в принципе, и все. Здесь мы купили красивые картины. Вот они в рулонах лежат. Вот такие вот будут арты киевские. Еще останется нам купить. Так, а где ты хочешь, получается, ты хочешь какое кресло? Почему сюда диван не влезет? Сюда влезет диван. Здесь будет стол где-то посередине. А здесь можно диван так поставить. На нем сидеть или разложить его можно. Но мне кажется, диван можно было запросто. Не кресло, кровать, а именно диванчик взять. Тот и киевский. Ну, в другом магазине смотреть. Да, ну посмотрим. Что хотели, в Икее не нашли. В любом случае, мы можем сейчас запустить квартиру уже на рынок даже с этой кроватью. Как если два человека приезжают, так они поместятся. Слушай, а этот матрас надувной что? Принести? На всякий случай. Мы его подняли? А, нет, он там остался в машине. Сейчас. Ну, давай я все равно занесу его, матрас, чтобы он был здесь. Ну, все. Сейчас вам покажу улицу.